действительно рад, что удалось хоть внести какой-то вклад в победу Урала и все-таки начать забивать в чемпионате, на кубке уже забивал. Вот. Ну, у нас действительно профессионал в команде, Артем Фитлер и Ярик Гайзюр, нам всем на троих там за сотню, поэтому да, мы готовимся, тренируемся, мы конкурентоспособны, поэтому дай бог будем приносить и вклад победы в следующем году. Павел, ну, ваши коллеги в том числе вручают вот этот вот приз, да, лучшего игрока матча, как-то общаетесь с ними, что вот вы там сидите в пиджачках в студии, а я-то еще даю жару. Каждый сам решает, сколько ему играть. Хозяин барин, как говорится, мы с Андреем Сергеевичем в хороших отношениях, поэтому, может быть, если бы даже не он, не было бы у меня сегодня этого приза. Нет, на самом деле, я бы не стал заострять внимание на моей персоне, потому что сегодня действительно была командная боевая победа, и вы видите, что появилось на поле, поэтому вот это на всех. И команде. Да. Ну, Урал в этом сезоне, можно сказать, два разных Урала играет. То 0-0, целая серия матчей, то вот такие матчи, как сегодня, 2-3. Какой Урал, может быть, больше шансов имеет с турнирной точки зрения продвинуться? Тем непредсказуемым мы для соперников. Действительно, последние 4 игры мы не могли забить, сегодня забили 3. Не знаю. Будем работать на сборах, наверное, над организацией построения, контроль мяча и выходить быстрее в атаку, решать не знаю, тренер подскажет. Мы тоже хотим забивать, вы что думаете, мы хотим массироваться в обороне? Нет, конечно, мы любим атакующий футбол, контроль мяча, поэтому будем работать. Ну, можно сказать, единственная, чуть ли не единственная команда вот из середняков, которая именно играет в футбол. Вам спасибо. И вам спасибо. Спасибо.